наш клуб далеко пробрался в Еврокубках. Естественно, мы понимали, что на такой матч нужно что-то сделать. На максимальной стадии подготовки принимал участие где-то 35-40 человек, 13 тысяч плашек, километр ткани, шитье, покраска. Мы сделали самый масштабный перформанс болельщиков «Локомотива» на нашем стадионе. Самый важный, самый крупный соперник за последние 10 лет. Как ребята бьются на поле, как ребята выглядят на поле, как ребята выглядят вне поля. Самое главное, чтобы во всем этом была видна искренность и во всем этом была видна душа. Сейчас это видно.